Итак, всем привет! Сегодня будет очень интересная тема, такая как «Как бросить пить кофе и избавиться от кофеиновой зависимости». Ну, я могу себя в этом считать настоящим экспертом. Почему? Потому что я где-то лет 5 пил кофе, это было недавно, почти каждый день, да что там каждый день, в день минимум 5 кружек кофе, стаканов точнее. То есть, когда у меня было время, даже когда у меня своя была кофемолка, кофеварка и кофе в зернах я покупал. Мало того, что утром пил, можно сказать, первым делом, да, кофе, и потом еще в течение дня еще 5-6 стаканов, и даже ночью, когда приходил с работы, я пил кофе. То есть зависимость была вообще конкретная. Дошло даже до того, что я дома пил кофе, потом заходил, допустим, там в кофейню любую, либо Макдональдс, брал кофе и еще его по дороге до метро шел, пил. И так было постоянно. То есть даже когда в машине ехал, на машине работал за рулем, постоянно заезжал в МакАвто, в торговые центры. Вот эта постоянная зависимость возле кофе. Короче, я постоянно жил возле кофе, вокруг. Как будто курильщик или героинщик. Постоянно нужна доза вот этого кофеина. Постоянно что-то хочется пить. Горячее, вкусное, с молоком, вот это кофе. Постоянно я его пил. И меня это так достало, я понял, что я уже несколько лет пью кофе подряд. Причем каждый день. И если учитывать, что я тратил на кофе от 60 до 120 рублей за стакан, в зависимости от объема, то я потратил кучу денег. Наверное, если бы я откладывал эти деньги, то я бы, наверное, сейчас уже купил бы неплохую машину. И еще самое главное, одно из немаловажных фактов, это то, что вы тратите кучу времени, просто реально кучу времени. Допустим, утром варите кофе. Это минут 20, точнее даже какой там 20, 30 минут, если его самому варить. Это вам нужно его сварить минут 5-10. Потом вы еще сидите с наслаждением пьете. Потом еще всю посуду надо помыть, вот эту кофеварку и так далее. Конечно, можно рассыпной кофе, растворимый кофе заварить. Но все равно это тоже время, и это тоже, как бы сказать, не совсем полезно. И еще вы постоянно стоите в очереди за кофем. Заезжаете в МакАвто, там очередь. То есть вы реально тратите кучу времени. Вам же еще нужно съехать с дороги, поменять свой маршрут только из-за того, что вы пьете кофе. Вот. И даже если в сам Макдональдс зайти, опять потратить время на покупку, отстоять в очереди и только потом взять его. Опять потратить время на то, чтобы его выпить и только потом заняться делами или уйти домой. То есть, если в день выпивать 5-6 стаканов кофе, то вы тратите в день до 3 часов времени, представляете? 3 часа времени. За 3 часа можно, не знаю, поспать, хорошо отдохнуть, чтобы быть потом более продуктивным, так сказать. Вот. Когда вы еще пьете часто кофе, вы уже не получаете от него удовольствия. Вы, наверное, замечали, когда каждый день по 5-6 стаканов пьете, вы уже не кайфуете от этого. У вас просто уже дурная привычка. То же самое, как выходить курить. Как мои коллеги, например, курили, выходили. Уже даже удовольствия никакого нету. Реально зависимость. И вот. Сейчас ближе к теме, как же все-таки бросить, как избавиться от кофеиновой зависимости и выйти из этого порочного круга. Выход, конечно же, есть, и я расскажу именно тот выход, который сработал на мне, на заядлом кофемане, который пил уже вот 5-6 лет кофе, как сумасшедший реально уже, как попугай, каждые 5 минут вот это ходишь, куришь, а как будто тебе нечего делать. Вот как зэки, допустим. Я, конечно, в тюрьме не сидел, но вот если они постоянно чай пьют, если у них есть чай, он у них быстро заканчивается, а они потом сидят без чая. То же самое. Как можно так постоянно пить кофе, я не понимаю. Но я был таким как раз-таки. Первое, что нужно сделать. Привычка, может быть, она даже, да, в кофеине, она у вас, скорее всего, есть, кофеиновая вот эта зависимость. Но больше всего, мне кажется, это как в курении, психологическая зависимость. То есть вам нравится вот этот вкус и просто то, как вы, сам процесс распития кофе вам нравится.
То есть вы расслабляетесь, вы включаете ютубчик, допустим, пьете кофе, вы просто идете по улице, и вам комфортнее идти по улице и пить кофе со стаканом в руках, комфортнее просто, чем просто вот так, если ваши руки будут плетьми висеть. Вот. То же самое, если там в машине ехать, вам будет просто скучно ехать и музыку слушать. Гораздо прикольнее, согласитесь, со стаканом кофе пить и ехать. Вот. То есть, скорее всего, дело тут в психологии. И я вам сейчас подскажу, как из этого выбраться. Но кофе еще не только психологическая зависимость, это, конечно же, еще нервная система у вас постоянно возбуждена. Центральная нервная система от кофеина, она только возбуждается. Вот. Кто-то может посоветовать перейти на цикорий. Но я пил, пробовал пить цикорий, но это полная ерунда. Те, кто советует, вы сами это хоть это пробовали. Цикорий, он же ужасный на вкус и на запах. Говорят, что аналог кофе. Но это реально ужасный аналог кофе, если его так можно назвать. Я не советую начинать с цикория и вообще переходить, чтобы бросить пить кофе. Есть гораздо более интересный продукт, который вкуснее и не менее полезный. Это, как думаете, что очень похож на кофе тоже, только без его вредных последствий. Это какао. Какао вы можете также купить в кофейне. Я не знаю, в Старбаксе, в Макдональдсе сейчас нету, но в других кофейнях есть. В некоторых он стоит дороже. Вот. Но дело в том, что вы начинаете пить аналог кофе. То есть он также с молоком, он также вкусный, и в него тоже можно добавить сахар, корицу, что угодно. Ну, сахарозаменитель, например. И дело в том, что таким образом вы избавляетесь от кофеиновой зависимости. Пьете какао с молоком. Если покупать в заведениях где-то, в кофейнях, то, к сожалению, там уже будет сахар в составе. Но можно также самому варить по утрам и по вечерам. Его нужно обязательно варить, то есть тоже надо заморачиваться. Так же, как кофе, можно в турке молоко нагревать, добавлять туда какао и сахар, и все это смешивать. А, кстати, сейчас я вам покажу. Вот, например, такой какао. Я раньше Красный Октябрь покупал, сейчас решил купить самый дешевый. Красный Октябрь стоит 120, а этот стоит 60 рублей. Тут 100 грамм какао в этой пачке, но его хватает на сколько? Если одну чайную ложку добавлять, а это действительно достаточно, с горкой, реально кружек на 25-30, а стоит он всего 60 рублей. То есть во многих кофейнях один только стакан стоит 100 рублей, стакан кофе. То есть вот такой какао покупаете, можете подороже, если вам эта марка не нравится. И сами варите себе какао. Вообще получается очень вкусно. Второй способ — это, допустим, вы пришли в кофейню, какао там нету. Тогда берете чай. То есть, да, берете чай, зеленый, черный, неважно. Чередуете, чтобы вам не надоедало. Главное то, что вот именно психологическая привычка, требуется вам что-то постоянно пить горячее, особенно зимой. Ну, вы оправдываете себя тем, что нужно согреться. А на самом деле, ну, он может и согреет вас чай, но потом же вы захотите опять в туалет. То есть и такой порочный круг. Вы греетесь всего на 5 минут, а потом бегаете в туалет постоянно. В чай можно добавлять ароматизаторы, просить в кофейнях. Или самому покупать с ароматизаторами и добавлять лимон. То есть дело в том, что вам нужно сделать свой напиток теперь новый, очень вкусно. Я, допустим, сейчас пью целый год чай. Не в пакетиках, а вот сейчас покажу какой. Вот такой мелколистовой чай. Добавляю канди, обычный, самый дешманский, но обязательно добавляю лимон, и иногда добавляю имбирь, пластинку имбиря режу, и бывает еще покупаю мед в сотах. Ну, сейчас мед у меня закончился, но еще покупаю также сахарозаменитель, у меня всегда стоит, и коричневый сахар, то есть я балую себя там, ну, более дорогими подсластителями, так сказать. Но добавляю их очень редко. Вот. Такой чай, даже самый дешевый, он намного лучше, чем пакетированный. Ну, на вкус прям где-то в 3 раза лучше. В 3 раза. Вот. Хватает мне на месяц такой пачки. Короче, второй урок усвоили. То, что мы добавляем ароматизаторы и всячески
Если в кофейнях, конечно. Если дома, то всячески делаем вкуснее этот чай. То есть делаем вкус его намного ярче. Третья причина, скажем так, бросить пить кофе, это вам нужно прочитать книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Это книга про финансы. Если читал кто-то из вас, а теперь можете прочитать еще раз, потому что вам нужно бросить пить кофе. Вот, там же написано, что в этой книге, что любые траты важны. То есть каждую копейку, каждый рубль, который вы откладываете и не тратите, вы его зарабатываете. То есть в книге написано, что если даже 50 рублей каждый день откладывать, это в конце месяца получится там значительная сумма, 1500 рублей. За год это получится уже там где-то 18 тысяч рублей получится за год. Это только если 50 рублей в день откладывать. А многие пьют кофе, там в день уходит 500 рублей легко. Если один стакан стоит 100 рублей, вот, там капучино, латте, неважно, что вы покупаете. Огромные бабки уходят на это, реально. Я же говорю еще раз, я мог бы машину купить уже давно. Я посчитал там, я реально 500 рублей в день тратил на кофе. Но это капец, это 15 тысяч в месяц. Не каждый день, конечно, 500 рублей, но не меньше 300. То есть не меньше 3 стаканов кофе я выпивал. Это 300-500 рублей, это дохера. Каждый раз думать, а действительно ли вам нужна эта покупка? Стоит ли лишний раз сорить деньгами? Вот. То есть вы можете, прочитав эту книгу, уже начинать задумываться о тратах своих, безраздумных. Как правило, кофе это же спонтанная покупка. О, кофе с собой. Пошли купим, выпьем, согреемся, там пообщаемся, да? Вот. Конечно же, мы не будем на всю жизнь бросать кофе. Потом в конце видео расскажу, как я сейчас употребляю его. Четвертое, это опять-таки время. Вы реально до хера времени тратите, чтобы пить кофе. Я же говорю, в день до 3 часов. То есть Макдональдсе очереди, в МакАвто, в кофейне. Если заехать в торговый центр на подземную парковку, допустим, на машине, то это же нужно заехать туда. Это минут 5 занимает. Найти парковочное место поближе ко входу. А если и не найдете поближе ко входу, то еще придется пешком, потом по эскалаторам подниматься на какие-то этажи, как правило, на последний этаж фудкорт. Это занимает реально до 1 часа. Я вот иногда замеряю. Чтобы забежать за кофе в торговый центр, если даже пешком, уходит на 30-40 минут, чтобы пешком в торговый центр зайти, кофе себе взять. Как правило, фудкорты находятся на последних этажах, но бывает, везет, стоит этот кофейня на первом этаже, такое тоже бывает. Блин, но если за весь день вы пьете 3-5 кружек кофе, как я пил, то готовьтесь 3 часа в день терять на то, чтобы просто попить кофе. Пятая причина и пятый способ бросить пить кофе – это соблюдение дисциплины. Вы просто учитесь себя ограничивать. То есть вы себя дисциплинируете таким образом. К тому же, когда вы берете кофе, вы, скорее всего, иногда берете еще и пирожное, которое стоит так же, как и кофе, от 60 до 100 рублей. Вот. И добавляете сахар. Ну, это как бы не полезно вообще. Вообще не полезно, из чего делают вот эти пирожные торты. Из маргарина, как правило. Даже если натуральные, из натуральных составов это пирожное. Там все равно, ну, сахар, мука. Ну, короче, самые мусорные продукты используются для его изготовления. Даже если это какая-то крупная компания, которая делает только из натуральных продуктов. И, наконец, последняя причина бросить пить кофе и, так сказать, способ себя замотивировать, это вы становитесь спокойным. То есть вы классно спите, утром себя классно чувствуете, там никакого сердцебиения учащенного нету, когда у вас там дрожь какая-то, да, идет. Короче говоря, сейчас сделаем выводы такие. Несколько попыток у меня было бросить кофе, но с каждым разом победа была все ближе. Да, я срывался где-то. 3 раза я бросал пить кофе. Но не навсегда, конечно, а так. Иногда держался 2 месяца, 3 месяца. Второй раз держался месяц. И вот последний раз я держался 3 месяца, по-моему, да. И сейчас пришел к умеренному употреблению. На данный момент
Я пью 2 стакана кофе в неделю. Почему именно 2 стакана? Потому что у меня 2 тренировки в спортзале в неделю. И я позволяю себе насладиться кофе как раз-таки 2 раза в неделю. Это по четвергам и воскресеньям. Чтобы взбодриться перед тренировкой, то есть, ну, вместо энергетика, да, покупаю латте качественный, либо в самом же спортзале, либо в Макдональдс заезжаю. Макдональдс, кстати, неплохой кофе. И получается, что выпиваю его с наслаждением. Как правило, когда еду в такси, да, как правило, когда еду в такси, либо в спортзал, когда доехал уже, там мини-кафе есть, там сижу, пью. То есть теперь реально не бегаю там каждые 5 минут за кофе в течение дня, да, по 5-6 стаканов, а пью размеренно, 2 раза в неделю, строго. Мне нравится. Да, могу третий раз иногда себе позволить, если прям встречусь с другом, там, да, допустим, или еще с кем-то, с подругой. И тогда, да, можно пойти выпить, чтобы чисто общение было. Но не чаще там. Вообще, даже, ну, даже в этом случае я стараюсь пить чай. Потому что знаю, что опять начнется вот это возбужденное состояние. Я возбуждаюсь сразу. У меня нервная система очень сильно реагирует на это все. Когда я пью кофе какой-то, у меня сразу эффект такой появляется, сразу такая активность. Мне нужно что-то делать, что-то, ну, не могу успокоиться. Поэтому, если вы такой же человек, то пора бросать уже пить кофе. 2 раза в неделю, можно 3. Только суть в том, что после стакана кофе вы не должны сидеть на месте. То есть у вас сердце начинает биться быстрее от кофеина. Вы должны либо выйти гулять, либо заниматься физической активностью, то есть начать тренироваться, грубо говоря. Отжимания, приседания, потом сходить в душ, то есть должна быть какая-то активность. Иначе просто в холостую вы заставляете сердце биться быстрее. Поэтому сейчас вот у меня стоит чай, мед в сотах я покупаю, то есть лучше реально потратить эти бабки, на которые вы экономите, купить мед в сотах и пить вкусный чай. Вы можете даже позволить себе дорогие чаи покупать, там китайские какие-то, да, натуральные, там пуэр, я не знаю, пуэр я не пробовал, просто название вспомнилось. Покупать реально качественные чаи, потому что вы же теперь не тратите там 10-15 тысяч на кофе. Алкоголем увлекался сильно. И после того, как я бросил заниматься, скажем так, пристрастием к алкоголю сильно, я начал употреблять дорогие напитки, то есть начал употреблять очень редко, можно сказать, практически бросил. Я начал пить уже всего лишь там один раз в 2-3 месяца. Но зато я знал, что теперь я трачу на алкоголь мало денег, гораздо меньше, чем раньше. И теперь я могу позволить себе качественный алкоголь. Я этого заслуживаю, и я его пью размеренно и спокойно, закусывая хорошим сыром с плесенью, хорошими там оливками, да, ну, вкусно, чтобы все это было вкусно, без мордобоя, так скажем, и в спокойных условиях. Я думаю, вы поняли философию, то есть жить дорого, богато, так сказать, ограничивать себя, но зато в определенные моменты вы будете употреблять продукты качественные, допустим, и делать это с наслаждением. Очень рад, что я бросил пить кофе, наконец-то. Вот. Но опять-таки не говорю, что на всю жизнь. Зачем такая жизнь, если на всю жизнь себя чего-то ограничивать? Но вот именно 2 стакана в неделю я для себя решил, что я получаю от этого наслаждение. Если каждый день пить даже, мне это уже наслаждение не доставляет, только отвращение. Вот. Я уже отвык, слава богу. Теперь гораздо спокоен. Вот. Хочу сказать, что каждый может, любой может стать любым, так сказать. Вот. Ну все, тогда, короче, прощаюсь с вами. В описании под видео будут ссылки на мои соцсети. Также добавляйтесь в друзья ВКонтакте, пишите в Инстаграм и подписывайтесь на этот канал на Ютубе. И запишите видео, на какие темы еще записать ролики. Все, всем пока.